И еще об одном резонансном преступлении. В Москве задержали предполагаемых похитителей памятника Евгению Леонову. Монумент всенародно любимому актеру, где он изображен в образе доцента из «Джентльменов удачи», исчез в ночь на пятницу с аллейки на Звездном Асфильмовской улице. Судя по записям видеокамер, преступникам удалось уложиться буквально в несколько минут. Бронзовую скульптуру погрузили в подъехавшую «Газель». Затем машина скрылась из зоны видимости объектива. А через какое-то время ее разгружали в пункте приема цветных металлов. Там памятник распилили, и в таком виде его уже обнаружили сотрудники полиции. Известно, что подозреваемых пятеро, все они выходцы из Средней Азии. Вопрос об их аресте будет решен в понедельник. Отвечать придется и сотрудникам пункта вторсырья. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение краденого». Им грозит до 2 лет колонии.